на канал. Принцесса Ири. Сегодня ко мне пришел Дед Мороз. Дед Мороз уже к тебе пришел. И что он тебе принес? Принес мороженое фабрика. Фабрика мороженого. Ты уже, я вижу, открыла и что-то делаешь. Я делала такое мороженое. Мороженое рожок для Деда Мороза, спасибо. Я люблю мороженое. Сделаешь мне, Элиф, еще одно мороженое? Делаю. Можно я тебе помогу? Да. Помоги, пожалуйста. А вот это у меня не мороженое, а конфета. Конфета. Сейчас я сделаю месяц. О, смотри, месяц у нас получился. Это лимон похож на месяц. Сейчас я тоже хочу сделать мороженое. Можно? Можно, но только еще одна форма нужна. Еще форма? А вот у меня есть. О, отлично. Отлично, сейчас делаем шарик лимонного мороженого. А печесто я сделаю. Но я тоже хочу. Давайте поставим на серединку. Шарик фисташкового мороженого. Мне надо синего. Мне нужно. Какой цвет еще? Это какой, черничное? Да. Шарик черничного. Еще шарик лимонного. Вот лимоновый. И лимон добавим. Я делаю мини-лимон. Еще. Нет, так некрасиво. Давай поменяем. Хочешь, Элиф, мое мороженое попробовать? Очень. Очень вкусно. А здесь у тебя как фабрика твоя работает? А сюда надо положить вещи. Нужно еще на тарелку. На тарелку. Что это надо? Здесь уже что-то есть. О, есть. Давай. Идет этот крем. Да, крем. Лимон. У меня такой лимончик получился. Раз. А у меня крем получился. Ну, что-то застрял крем. Еще кремом украсу. Какой Дед Мороз у меня делает. Так трудно. Давай, Дед Мороз, ты моё. Давай ты будешь украшать мороженое, а я делать мороженое. Хорошо. Смотри, каких у нас два красивых мороженых получилось. Есть еще с идея. Отсюда тебе вовсе не надо делать. Удобнее и с ложечки. С ложечки кушать? Да. Можно? Я твое мороженое съем, а ты мое. Давай. Я вилочкой. Вилочкой мороженое? Как вкусно. Ой, мороженки. Вкуснотина. Катится куда-то. Очень люблю мороженое. Ой, качится на дороге нашей. Ой. Я пальцем остальное съем. Ложку не влазит. Спасибо, Элиф, очень вкусное мороженое. А печенье будем делать так, ложкой мороженое. Ложкой мороженое? Да, это очень легко. Очень легко, ты меня научишь? Да, просто ложки и пластилина. Это не пластилина, это мороженое. Мороженое. Вот, морозуем, опечем, снимаем. Там получится шарик мороженого? Да. Вау, красота! Вау, какой огромный шарик мороженого!
Для Деда Мороза? Не знаю. А для кого? Давайте камень нашему Нага. До Деда Мороза не до меня. И то украсит. Давайте камень нужно Нага. Раз, два, три. Ой. Для Деда Мороза? Да. Спасибо. Спасибо большое, Лив. Ты меня сегодня мороженым накормил. Я так наелся. Ох, какая вкуснятина. Ну что, тебе понравилась моя фабрика? Да. А мне понравилось кушать твое мороженое. Давай скажем ребятам пока. Пока-пока. Подписывайся на наш канал и смотрите новое видео. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайся на наш канал. Пока.